Эй, народ, всем привет, с вами Квантум и Кратос, и сегодня вечером мы с вами поиграем на сайте csgo.net. Всем здорово, пацаны! А спросите, что мы сегодня будем делать? А мы сегодня, конечно же, будем открывать кейсики. На сайте появились новые кейсы, это вот такой вот биткоин-кейс, я хочу добить на него баланс и открыть биткоин-кейс. Знаете, в чем прикол этого кейса? Он привязан к реальной валюте, к реальной стоимости биткоина. То есть, чем выше стоимость биткоина, тем выше стоимость кейса. Как-то так это вообще тут все работает. Вот, сложно все, да. Давайте начнем, пожалуй, с засекреченного. Оно по скидочке и стоит 120 рублей. Приятная стоимость такая. И поэтому, ребятушки, мы сразу откроем 10 кейсов. Мы 1200 рублей тратим. Я надеюсь, что мы сейчас их Что? Ну что началось-то, блин? Ладно, давай хотя бы 5 кейсов. О, 5 кейсов открываются, все четенько. Смешно тебе, да? Смешно. А мы крутим барабан вместе. Тихера, бах. А вот мне не очень смешно, потому что я не Я думал 5372 рубля, блин. Я сам охренел. Идите нафиг с этими точками маленькими. О, блин, восьмой шрифт читайте. Восьмой шрифт. Так, смотри. А, ну мы окупились так-то. А, нет, не окупились, блин. 600 рублей. Мы немножко не окупились. Давай откроем быстро. 600 рублей. И не окупились. Ну, а реально, кажется, как будто 4500 там тысяч. Смотри, сюда завезли много всяких прикольных кейсов, но мы их пооткрываем попозже, а сейчас мы пооткрываем случайное тайное. Тайное — это вообще топ, и сразу 10 тайных. Стоит 4000. Короче, если сейчас мы не окупимся, это будет фиаско. Это... Да что за фигня вот это? Что такое, блин? Я не знаю, я тоже открывал, у меня тоже такое было. Давай, 2000. Да вы что издеваетесь? Во, 4 хотя бы кейса можно. Мне не разрешаю 10 кейсов крутить. Видишь, сколько там кейсов. Императрица, открывают? Пожалуйста, статрек. Драгон! Что? Статрек пустыны за... Офигеть. Не, ну, блядь, типа, я бы даже не... 1200 рублей. Офигеть, как же он мало стоит. Не. Ладно, мы его не будем продавать, мы его оставим и откроем. Можно 5 кейсов, да? Можно же? Спасибо. 4 кейса хотя бы... Что? 4 уже нельзя? Нет, запрещаю я тебе. 3 можно. 3 можно. Мы на уменьшение идем. Надо вообще на повышение идти, а мы на уменьшение идем. Давай, просто АВПА. Медуза, стой, медуза. Виктория, сраная. Это жопа просто. Это, да. Это 657 рублей. Причем, мне кажется, что реально 6 тысяч там. Это в половину я не окупился сейчас. Давай, пожалуйста, Данил, сейчас оставляем топовые шмотки. И я и так это делаю. И в контракт. Да вы серьезно, опять-то удар молнии доедет-то хотя бы. Ну что, жалко, что... Ого. О, нормально. Ладно, это от щелкунчика. Я, понимаете, уже 800 рублям радуюсь. Дожился, отлично вообще. 800 рублей выпал такой скин, и я как бы, ура, классно. Мы почти окупились. 1200 рублей. Давай. Окуп, окуп, окуп. Приди, окуп. Пожалуйста. Огненный... Окуп, о, облом, нормально, порядок, нормально, 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 нормально. Что нормально-то, алло? Да когда он такой дешевый? Блин, пипец. Он всегда такой дешевый был, алло. Да, а, ну нет, статрековский он нормальный был. У нас баланс все хуже и хуже, блин. Ну. Ага. Давай, давай сразу 5 кейсов. Ага. Нельзя. Вот хотя бы 4 можно. Мы уже весь баланс нельзя, просто 4. Убили сейчас. Да, давай, пацаны, сейчас окупится. Деле, смотри, сейчас окупится. Просто, я верю в тебя. Я облом, бля. Охренеть, 2 рентгена подряд. 2400, как бы. Ну, кстати, окупилось. Можно ставить все в контракт. Да, давай все запихнем в контракт. Посмотрим, что нам выпадет с контракта. Все, что есть, запихнем все в контракт. У нас общая стоимость 5101. До 20, нормас так, пацаны, нормас. И нам выпадает, контракт обмена. Давай, не подведи. Давай, что хорошее. 5600, ну. А мы окупились? Почти окупились. 6000 сейчас теперь на балансе есть и... Нормально, где наман. Этот бит... Что? Сколько он стоит? Чё за дичь? Он же только что стоил 5000. Подожди, я сейчас на вебане зайду. Я случайно там свои миллионы не потерял, блядь. Чего? Почему? Я не понял, что биткоин обрушился. Что случилось? Почему он? А что, биткоин обрушился или что? Я не знаю, давай откроем пока есть. Я на вебане закажу, стой! Подожди, я сразу 10 кейсов открою, 5. Давай быстрее, пока дешево стоит. Чё за дичь-то? Он же только 5000 стоил. Биткоин 2-3... Бля, не буду говорить сколько. Сука, чё за хрень? Понятно все, я все понял. Ну да. Сколько? Облом 100! 8... Блин, да не 8000, а 827 рублей! Идите нафиг, блин!
Бесите что нафиг. Биткоин подвел-то так? Пошел нафиг биткоин. Я его приду, когда он будет 5000 стоить. Минус 5400. Ну что за фигня, а блин? А что здесь-то вообще, пацаны? Алло, где это, биткоины? Я не знаю, что случилось. Биткоин кейс меня подвел. На, да ножевой думал... кейс, нам, конечно же, хватит на него. CSGO.NET меня перепугал 300 раз. Я реально думал, что все, миллионы мои ушли. Пузырь лопнул, да, Антон? Реально. Три тайных. Мы, короче, от чего мы ушли, к тому мы и пришли снова. Ребят, как бы 10 тайных смотри, мы открыли. Смотри, бомбочка вырезала, секретный кейс будет доступен скоро. Это слишком жестко. Это слишком жестко. Давай 1200 попробуем. Рублей, а ты давай гонишь? Давай два. Солнце в знаке льва выпадет какой-нибудь, и все, и ты... Ну ладно, давай попробуем. Почему бы нет? Ой, пожалуйста, дурак, медуза. Бля, кто тебя просил? Ты серьезно? Меня просил, ты че, в шлепах? Ты че, дурак? Ага. Я так и знал. 103 рубля, здорово, да? Великолепненько, отличненько. Почему я не могу открывать много тайных? Давайте хотя бы 4, пожалуйста. О, хотя бы 4 тайных. Вот просто давайте. Вот сейчас просто мне выпадает топовый шмот. Я его крафчу, превращаю в супердорогой. Ну, да, неплохо. Прям совсем неплохо. 7000? 7000, это Азимов и Неонуар. Ого! Слушай, может быть забрать это или контракт? Не, я замучу контракт, пожалуй. Контракт, Данил, нужен контракт. Контракт. Контракт на общую стоимость на 9191. Офигеть. Вот так мы в плюс ушли, о, это я. Я не успел дорисовать, блин. Пожалуйста, давай, окуп, окуп, окуп. Что тут сейчас посмотрим, что выпадет и... 12 тысяч субтигра! Штык-нож. Так, тут как бы вариантов несколько. Мы можем его забрать, а можем пойти открыть еще что. Понятно, я знаю, что с ним делаю. Конечно же, я продаю его. Ибо это что, потому, дурак? Что на ножевой кейс это моя слабость. Вот что я нашел, он что, тем более по скидочке. Вы дурак вообще, что он творит, пацаны? Эх, недостаточно денег, еще совсем немножечко бы. Ну кейс по скидке, ага, и давай сейчас просто нож за двадцатку выпадет, смотри. Нож за 20 тысяч. За 30-ку, нож за давай уже сразу. 20 тысяч. 6500, трындец, блин. Сосай сосатку, глазай глазатку. Ну да, ты прав. Давай быстро, ножевой кейс. А, хотя хватает. Быстро! Да иди нафиг, блин, быстро! Ты что творишь, нахуя? Ну, ты почти, это... почти. Давай еще что раз, почти? Быстро! Что почти? Где зуб тигра? Ой, блядь! Это вообще что такое за понос, а не нож? Что это такое, блин? Ты дурак, что ли? 4800. Охренеть, блин, зачем я это сделал? Все, ладно. Красавчик, блин, вот прям как я. Где мое тайное, блин, что мне делать? Тайное съели, забрали, нет тайного больше, все. Смысл съели. Ну, а все появилось, боты закупили, все ништяк. Я 10 Ого. Кейсов хотел за раз открыть. Где мои 10 а кейсов? А что не открыл? Потому что нельзя. Ну, ну да, вот, понятно. Фигня выпадает. Ей, Кракен! Кракен выпал, что давай продадим Кракен? Его. Нет, я не успокоюсь пока. 5 кейсов. Да, да ну 5. Почему 5 ты... нельзя-то? 4. 3, разрешаю 2. Я 2. Тебе. 2 кейса вот. Можно. Я хорошо, сейчас пойду в другой, а в засекреченный. Пойду засекреченный терроризировать. Акихаба... Ну, понятно все. Да, Агнита Джиков, статрек, вон он. Почему бы он бы не выпал мне? Блядь, ну мне вот серьезно, мне с экрана покажешь, что нам 9000 тебе выпало. Мне тоже кажется. Ты понимаешь, мне тоже кажется, Антон, ни одному. Давай. Когда кажется, вообще крестится. Да почему, блин, да? Нельзя-то? Давай вообще вот это тогда, хорошо. Хочу 10 чего-нибудь, 600 рублей. Спасибо. Ура! Наконец-таки. 10 чего-нибудь! 600 рублей у нас было. А интересно, купимся или нет? Я не знаю, что здесь почем. Себе, вот это, да. Мы не окупились, потому что 600 рублей было. Выпало? Все, давай, боты закупили. А. У меня вообще бомбанет нафиг, у меня разорвет сейчас от злости. Сфинктер. Вообще порвет сейчас по кускам. Ну хотя бы все стартрековское пролетает. Ну да. Так, хорошо, я понял, продаем вообще же. Кейс недоступен. Да что ж за мазафака? Биткоин где? О, 599 рублей же стоит быстро. Ну, почти нормально. Окупились быстро. Не окупились быстро. Не окупились говно. Быстро. Не окупились нормально. Быстро. Не окупились говно. Быстро. Не окупились говно. Быстро. Не ок... быстро. Говно. Быстро. Говно. Сколько? Чего, что, блин? Биткоин кейс, ты чё творишь? Забирай, а.
Ты просто хорошо. Уже зуб-тигра, забирай эту хуйню. Я пока зуб-тигра не верну, я не успокоюсь на живой кейс. Да почему? Че за хрень-то, блёха? Блять, реально, у тебя там рога не растут? Нафиг. Иди биткоин дрочи. Не буду. Биткоин, пошел нафиг. Да, спасибо, офигенно. Всегда мечтал. Быстро, 1200. Этому человеку, типа, блять. Быстро, 1200. 7000 выпало. Надо было забирать нафиг нож. 749 рублей. 1200. О, гончантика. Когда меня называешь дураком на моих опенкейсах, ты себя успокоишь. Да надо было забирать нафиг. Тут вообще, в принципе, все неплохо. Быстро. То ли 11 тысяч, то ли 1135. Вот фиг поймешь, блин. Че там? 4, давай сейчас набьем, потом все в контракт запихнем. Зачем? Сейчас все будет быстро, смотри. Все у нас не поместится, конечно же. Ням-ням-ням-ням-ням, скины. О, 7500, нифига себе, кстати. На 7500 закинули так-то. И шо, мы там минус-то ушли. Херовый ты такой. Да идите нафиг, блин. Забирай, я такие же забрал, так у меня пища. Не буду. У меня есть еще один план. 700 рублей. Быстро, 600 рублей. Что? Вот рот выпал. 12 тысяч, пожалуйста, окуп. 12 тысяч, окуп, чистый окуп. Я забираю, ухожу, потому что 12 тысяч у меня улетит. Да! Нет! Оно 11 тысяч стоит, сука, забирай, бля, забирай. Ладно, короче, заберу его, пока хуже не стало. 182 рубля, 120. Быстро. Что, блин? Блин, 62 рубля. А что у меня там? У меня есть третий слот, интересно? Блин, у меня два слота. А из двух крафтить нельзя, да? Что за 62 рубля можно открыть? Ты хочешь контракт? Да, найди что-нибудь за 62 рубля срочно. Да пополни уже. А кейс бомжа есть? 16 рублей, 16 рублей, 60 рублей. Вон, вон, дига. Фу, пойди, блядь, ну, градиент нарисован, сука. Вот, да, вот это, вот. 60 рублей. Быстро. 59 рублей, нормально. Кидай контракт. Ребят, давай. Сейчас будет вообще жесть. Просто лютая полная жесть. 16 тысяч. Ё-моё, пацаны, это жестко. Это сейчас будет жестко. Это однозначно, ребят, лайк. А вот зачем, я бы рискнул. Даня? А я вот я рискнул. 39 тысяч. Забирай, сука, забирай. Это жесть, ребят. Это реально жесть. Мы просто выбили медузу за 39 тысяч. Выпала медуза с контракта. Ее вот ее по-любому нужно забрать. Забрать, нет, короче. Таких. Это трындец какой-то. Слушай, ну это чисто повезло. Это могло бы просто выпасть жопа полная. Если бы нет хот-рот, это просто была бы жесть. Сука, у тебя дроп топ. Вот видишь, там лучший дроп. А, реально медуза, лучший дроп теперь у меня. Офигеть, ребят, это еще одна медуза. Я помню, как мы ее крафтили. И офигеть, просто огонь. Друзья, ну что же, на этом все. С вами был Квантум и Кратос. Мы играли на сайте ksgo.net. Заходите, играйте. И, кстати, в описании будет промокод, активировав который вы получаете 25. Плюс 25% от пополненного баланса. Так что заходите, используйте промокод и будьте довольны. Главное, помните, вовремя остановиться. Всем всего хорошего и до скорых встреч. Пока-пока. Пока.